процессу тренировок и выступлений на мероприятии. Так, осторожно. Серега, ответь вообще, так сказать. Так, по готовности командуйте. Прикладывайся, звучит команда. Звони курки. Пали. Как видите, полностью полный комплект сработал, хотя осечки бывают, но лошади немножко нервничают, Сергей. Погладьте, так сказать. Вот. И дальше мы перестроение еще. Давайте покажем 2 на 2, если получится. Итак. 2 на 2. Сейчас будет показан вариант владения холодным оружием, называемая артиллерийская атака. Это тренировочное упражнение, которое выполнялись всеми всадниками для того, чтобы лошади ходили в атаке, привыкали к видению противника, понимали, что нужно делать. Вот. Так что, как вы понимаете, это большое искусство управления конем, оружием, поэтому не, так сказать, требует определенного доля мастерства. Евгения Федосеева, студия «Город Москва», всем союзом дизайнеров России. Ребята стараются тренироваться хотя бы раз в неделю. Лошадей, как вы понимаете, тоже своих нету, приходится на арендованных, но тем не менее люди устанавливают по крупицам ту кавалерию, которая была при Петре. Вот можете видеть себе, как это все, в принципе, выглядело. Лошади тогда были тоже невысокие, достаточно крупные, потому что драгоны и конно-гренадеры, они были тяжелые всадники. Вот. Поэтому можно оценить, как все это непросто. Еще один раз, еще повтор. Итак, еще одна атака. Еще одна ошибка. То есть вы понимаете, что нужно было быть на коне как летчик, летить на 360 градусов для того, чтобы защитить спину, защитить себя, но при этом нанести поражение противнику. И в финале мы видим, как они сейчас парадным маршем в шеренгу по 4, под ваши бурные аплодисменты.